этом году Россия будет в опасности. Спасение граждан будет висеть на волоске, поскольку нападут пришельцы. И нет, это не очередной ответ Голливуду. Федор Бондарчук не имеет отношения к этому фильму, за что ему огромное спасибо. Инопланетные пирамиды столкнутся с российскими летчиками, которых мы случайно сняли на этом авиасалоне. Потрясающий и незабываемый фильм, который опять не пустят в кинотеатры, поскольку его снимали на мобильный телефон. Убойные спецэффекты. Интересные герои, качественно подобранная массовка, да начнется битва за спасение Руси-матушки. Владимир Путин в роли супергероя Владимира Путина. Леонид Суперджет в роли обалденного летчика, которого мы случайно сняли на пароходе. Просто красивая девушка. Заслуженный космонавт Российской Федерации. Заслуженные летчики Российской Федерации. А также десяток ноунеймов в самолетах и еще около 1000 в чистом поле. И, конечно же, самолеты! 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 Без поддержки фонда кино! Фильм, который абсолютно никто не ждет. Пирамиды против самолетов.